Каждое воскресенье в 14 часов здесь, в Центральной библиотеке Алёкминска, собираются те, кто не смог остаться в стороне. Собираются уже давно. По осени мама одного из бойцов предложила. Так и пошло. Спонтанно все так вышло. Я предложила в своем совете женщин города, предложила создать вот такую вот организацию по помощи ребятам СВО. Хоть чем-то помочь. И в том числе, конечно, и подразумевалось помогать семьям, вот, вдовам. Порой зал с трудом вмещает всех желающих, улыбаются женщины. Многие из них ждут своих ребят, поэтому очень хорошо знают, что там нужнее всего. Надо ребятам помогать. У меня сын и внук там. Помогать надо, что могу. В этот раз в небольшие посылочки собирали сухой душ, вода там в дефиците и средства от грызунов домашние. Немножечко моя душа, мое настроение и то, что я вкладываю свою душу вот в эту работу, мне хочется просто, чтобы им это помогло. Многие приходят по зову души, просто помочь. Я думаю, что если они чувствуют, что мы здесь, в тылу, им помогаем, то у них сил больше прибавляется. Здесь отладили связь со школами. Ребята готовы помогать и стараются. При помощи ребятишек 4-й школы мы вот сейчас быстрее ускорили работу по нашлемникам. На уроках технологии. Ребята все включились, и уже они поставляли чуть ли не по 4 штуки, да, за неделю привозили сюда. И потом напрямую стали работать с районной библиотекой, уже минуя меня. Здесь знают, посылочки попадут не обязательно алёкминским ребятам. Да, лишь бы там кому-то... Но наши ребята все. Огромная такая тревога за наших детей. Ой, переживаем, как они там... Конечно. Ну и поэтому мы все здесь. Все они, сыночки, всех ждем. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск.